Всем привет! Сегодня 20 апреля, Пасха, с чем я вас поздравляю. И сегодня я решила снять влог. Мы идем всей семьей на прогулку, поэтому, если вам интересно, я приглашаю вас с собой. Вот, это видео специально для Илоночки, а также для всех любителей подобного видео. Как видите, у нас сегодня замечательная погода, это вообще что-то несусветное, потому что для Норвегии такая погода, ну, это действительно редкость. Вот, поэтому мы не могли не пропустить этот день и не пойти гулять. Кстати, сейчас вся неделя такая будет солнечная, в общем, это очень здорово. Вот тут по соседству у нас вот такой домик находится. Вот сейчас мои подойдут, и мы пойдем. Вот это, кстати, наши мусорки, наши мусорные контейнеры. И кто не знал, то у нас здесь мусор разделяется. В зеленых контейнерах пищевые отходы, а в голубых туда мы выкидываем бумагу. Ну, а всякий строительный мусор и прочее, это вообще вывозится отдельным контейнером. Вот, то есть здесь мусор расфасован, что очень удобно, мне кажется. Все утилизируется. В общем, борьбы за чистоту. Вот мой муж и мой ребенок, собственно, мы отправляемся в прогулку и приглашаю вас с нами. Yeah.
Fire until the morning. Lean back, we know when it's darling. Oh, no, 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 no. Ну что, мои хорошие, вот и наша прогулка подходит к концу. Я уже возвращаюсь домой. Своих я отправила вперед, вот, чтобы подвести такой итог и попрощаться с вами нормально. Такой небольшой получился влог. Как видите, хорошая у нас погода до сих пор еще. Светит солнышко, очень тепло. Даже местами было жарковато. Я снимала куртку. Вот, если получится, еще погреемся на балконе. Но, скорее всего, нет, потому что у нас солнце бывает до обеда всего лишь. Потом оно идет на другую сторону, обогревает другую сторону дома. Я вас поздравляю еще раз с Пасхой. Норвеги празднуют Пасху слегка по-другому. Вот, у них нет куличей, яички у них шоколадные. Ну, в общем, другая страна, другая нация и так далее. Вот, хочу пожелать вам, наверное, повторюсь, мира и добра. И мы следим за новостями, которые происходят в Украине, и не перестаем переживать. Да, хоть судьба нашего полуострова уже решена, но за других людей тоже болит сердце. Поэтому давайте помолимся, чтобы все было хорошо, все разрешилось. Знаете, у меня в детстве была мечта, чтобы не было войны. И по своей наивности я продолжаю об этом мечтать и надеяться. Вот. Ну, в общем, не будем о грустном, да, сегодня такой светлый праздник. Надеюсь, вы его отмечаете на природе, шашлыками, веселой компанией. Вот, это то, что нужно. Вот, мы его отмечаем в таком тесном семейном кругу, но уже скоро приезжает моя подруга с мамой, а там и родители мужа, и, собственно, мы 26 уже мая мы будем в Севастополе, ура! Даже не верится, то есть осталось, ну, практически месяц, скажем так, округлим. Вот. И будет, как говорится, счастье. Будем на родной земле. Вот, откроем купальный сезон. И так далее. Вот, в общем, спасибо всем за внимание. Еще раз праздничком. Отличного настроения. Вот, вряд ли сегодня кто-то будет вышивать, но завтра с новыми силами мы приступим к нашему процессу. Все, всем.